Ну что, всем привет, ребятушки. И давайте откроем битву за материнский корабль. 11 тысяч стоило. Так, потратили все деньги. Ну что ж, начнем играть. Берем Феникса. И посмотрим, что это такое. Что это? Это где мы? Так. Интересненько. Так, всем, реально всем они дают. За танки. Ух ты! Это что такое за фигня летит какая-то? Лазерная пушка. Офигеть. Офигеть. А звуки какие, ты слышишь? Во, летит. Так. А, 20 монет дали, смотри. Было 60, стало 80. Прикольно. Так, за эти, знаешь, больше дают денег. Но они странные какие-то. А, тут еще этот самый летает. НЛОшка. Ладно. Это типа такие мини-боссы, да, можно так сказать. Офигеть. Они назад возвращаются. Да, они назад возвращаются, только они назад быстро возвращаются. Так, этого надо дурачка уничтожить. Стреляет мне тут. Так, пошел босс. Лазерная пасть у нас. Угу. Лазерный ротик. Давай, лазерный ротик, едь ко мне. Ох ты, как хорошо прожариваешься. Слушай. Все, забираем ремкомплект. Тикс. 300 монет у нас уже, нифига себе. Круто. Здесь прям можно нормально-таки заработать денег. Ждем. Ага. Опа, сейчас посмотрим, сколько он дает. 21 монету дается. Так. Уже 336 монет, прикинь. Офигеть. Так. Вот, пошел. Давай, я тебя сейчас прожарю. Вот этого главного. Вот эти вот ребятки опасные. Слушай. Еще опять летит один. Какие-то приспешники ада. Материнский капитан. Материнский капитан. Корабль. А, борьба за материнский корабль называется игра. Смотри, он сейчас как назад отъедет быстро. Во. Нифига себе. Так, один есть. А, и второй. Хорош. Хорошо. Мы так сколько много денег заработаем и прокачаем себе танки. Так, красненький. Так, вот этот дурачок, дурачишка. Так, он вот эти тоже лазерами, да? А, он простреливает лазерами. Или это он целится сначала? Желтеньким. Короче, непонятно. Так, вот этого как-то мне прожарить интересно как. Ага. Так, ладно, давай назад отъедем. Пусть он сюда поближе подъедет. Ой, молодец. Что, получилось подъехать? Так, да, мне нужно подлечиться. Ой, хорошо. О, Катюша. Ты что, перевернулась? Ты зачем ты назад-то переворачиваешься? Стояла бы там. Как обычно. Так, поехали. О, вот, смотри. Блин. Так, желтый мне ничего не делает. Это он целится просто. Так, а ну, кто там у нас, повелитель? Слушай, а этого нету, созерцателя. Пока созерцателя нет. Так, давай. Есть. Уровень пройден. Ага, уровень. Понял? Тут по уровням как-то, что ли? Так, автоматчики. Опа, лазерный. Я даже не знаю название этого. Этому чудику. Какое придумать. Фига, немножко поиграли, уже почти что косарь. Такого раньше не было. Ага, вот он как стреляет. Но он несложный. Но звук, как будто там мужик сидел. Такой, уу! Слышь, ааа! Кто там кто-то сидел? А кто там может сидеть?
Так, у меня огонь не дотянет. Давай. Есть. Так, следующий дурачок. Дурачишка, хватит меня стрелять. Я сюда приехал за новым боссом. Вы мне особо не нужны. Идите нафиг отсюда. Так, вот он. Вот они, боссы. Ах ты, гад. Ты чё, меня будешь так дрочить, что ли? На тебе. О. Так, вот этот вонючка там стреляет. Давай отъедем назад. Отъедем назад, сколько можем. Ага, тут тоже шипы стоят, смотри. Ладно. Хорошо. На тебе. Прожарься, чувак. Так, отправляемся дальше, едем. Где у нас босс? Так, дайте мне босса, ребята. Босса дайте мне. Посмотреть хотя бы. Глазочком. О, вау. Смотри, они меня окружили, вот эти вот чудики. Офигеть. Так я таким макаром до босса не дойду. Если вы меня будете так вот мочить. Так, вот этот дурачок надо... О, смотри, видишь? Я отъезжаю, и он подъезжает. А так ехать он не хочет. Ждем, надо где-нибудь укрытие найти. Монетки. Так, монетки я пораскидываю, чтобы я их собирал. Такая заманука. Так, пока что дают одинаковое количество. Не увеличивается. По деньгам. Так, автоматчик. Ну давай, едь сюда, едь. Стреляет. Есть. 1100 уже, смотри, монет. Потихонечку, потихонечку. Нормально. Так, красный, не стреляй в меня. Мне нужно еще здоровье. Дойти до босса. Так, вот эти самые опасные. Ай. Так, вот эти опасные, смотри, они крутятся возле меня. Они все защищают босса своего. Да ё-моё, лазерная пасть, отвали от меня. Видишь, у меня нету ремкомплекта. Так, вот этот пулеметчик. Автоматчик. Лазерный опять летит сюда. Бабушка. Все. 1200. Так, ну скоро будет босс. Так, мне нужно одного или двоих. Может максимум трое. Три танка, может, максимум уничтожить надо. Ну, никого нет, никто не едет ко мне. А, нет, вот. Вот она, бригада, нифига. Два танка, говорю. Да тут их бригада целая, а не два танка. Так, ладно. Так, бабушка, ты будешь тут бросаться, что ли, вонючка? Смотри, что она делает. На тебе, вонючка. Готово. А где босс? И зачем мне этого кнута? Кнута мне зачем сюда приволокли? Зачем мне этот кнут? Так, он быстро умер. Так, подлечимся. До следующего босса я не доживу 100%. Сейчас этих будет дурачков. Целая бригада. Так, надо отъезжать немножко. Нафиг. Ох ты, бьет, как она, смотри, как далеко. Фига себе. Тарелочки. Так, есть один. Уничтожен. А вы бы еще тут не стреляли бы. Дурачки приехали тоже. На. Так, ты что там мне? Все пытаешься. Так, короче. Это практически столько денег зарабатываешь, как будто схватка с боссами. Когда у тебя непрокачанный танк. Ну, обычно 1500 я и наматывал на непрокачанном танке. Со схваткой с боссами. То сейчас я могу два раза поиграть, 10 тысяч заработать. Да. Бригада. Бригада, ух. Работаем до двух.
1500. Да, видимо, тут мы босса не найдем. Тут до босса мы не доедем. Конечно, нет.